Сразу с первой же странички просто становится очень весело. Привет, дорогие! Я сегодня хочу с вами поделиться новым продуктом, новым блокнотом от ребят Kyiv Style. Этот блокнот называется «Взрослый». И хочу сказать сразу, что это видео не для маленьких детей. Также я хочу подарить один вам, поэтому обязательно досмотрите видео до конца, чтобы узнать, как его получить. Вы могли уже видеть мое прошлое видео, где я показывала блокнот для дела тех же ребят киевских наших. И сейчас они как раз так ко дню Святого Валентина выпустили очень такой пикантный блокнот-планер. И действительно, твоя личная жизнь уже никогда не будет прежней. При использовании не забудь предохраняться. Это, конечно, такая вещь для людей, которые понимают юмор, пошловатый. Возможно, это не все поймут, но я обожаю такие вещи. Каждая страничка настолько необычная, если честно, я даже не успела пролистать до конца. Но здесь очень-очень-очень-очень много разных веселых разворотов, просто которые настолько поднимают настроение. Также вы здесь можете просто о себе заполнять. Например, тут такое вот смешное, первый раз это я попала на него, набор антисекс. Кепка-утка, плавки, барсетки, печатка, носки. Большой облом, хэштег. Тут тоже, кстати, весело, что каждая страничка с какими-то типа хэштегами. И я уже добавляла тоже у себя в Инстаграме разворот, который мне очень понравился. Типа, какие бриллианты нужно девушкам дарить? Лучшие друзья девушек – бриллианты. А для тех, кто понимает, хэштег «заткнись». Да, здесь можно на самом деле очень долго показывать, очень-очень все забавное. Вот, к примеру, тоже такой забавный разворотик об эволюции волосяных причесок в разных местах у женщин и у мужчин. Я его еще, если честно, не начала заполнять, но здесь также есть просто очень много страниц. Вы можете просто писать какие-то свои вещи, знаете, просто его вести как какой-то свой ежедневник, планер, но много страничек будут вам просто очень-очень сильно поднимать настроение, что большой плюс. И опять же, как я и говорила раньше, с блокнотом для дела, я считаю, что это просто крутейший подарок, если вы именно его кому-то подарите. Они идут сейчас в трех оттенках, у меня вот такой вот мятный. Также есть бело-красный, мне кажется, он довольно-таки унисекс, то есть и для парня подойдет, и для девочки. Есть очень-очень классный, у них просто полностью черный абсолютно. Но его, к сожалению, уже не было в наличии, поэтому я не смогла его заказать себе. Также, кстати, еще один забавный очень разворот. Первое свидание. Инструкция для мужчин. Помыться, побриться, заказать столик в ресторане, купить цветы, не забыть имя девушки. Инструкция для девушки. Не надевать лифчик. И все, замечательно, первое свидание пройдет. Да, блокнот довольно-таки плотный, толстый, здесь очень много страниц. Он как бы полностью черно-белый внутри, то есть вы можете сами его разукрашивать. И мне очень нравится, что у них в каждом блокноте вот самая последняя страничка, это такой вот конвертик. И здесь, как обычно, наклейки в подарок. Очень такие тоже здесь провокационные наклеечки. В этом случае тут такие вот три листа разные. Я обязательно, конечно же, оставлю ссылку внизу на ребят от Kyiv Style. Вы сможете посмотреть просто и другие блокноты, которые у них есть на сайте. Потому что действительно очень прикольные работы. И хочу тоже сделать пост у себя в письменном блоге. Вы сможете просто посмотреть фотки, там больше разных разворотиков будет. Ну и, конечно же, хочу разыграть, подарить вам, кому-то из вас, вот этот вот замечательный блокнот, потому что скоро 14 февраля. В этот раз напишите комментарий, что вы будете дарить своей второй половинке, или что бы вы хотели получить на подарок на День Святого Валентина. Ну а если вы одни, то просто поздравляйте своих друзей, проводите время классно с друзьями. Так что пишите свои комментарии, я выберу потом случайным образом с помощью программки какой-то рендом одного победителя, может участвовать любая страна. Вам должно быть больше 18 лет, конечно же, так как это как бы не детская тема. Конкурс продлится до 12 февраля, просто чтобы, если вы вдруг с Украины,
то, чтобы вам к 14-му успело прийти. Ну, а если с другой стороны, конечно, придется дольше ждать подарочек, но в любом случае, думаю, будет очень-очень приятно. Да, все ссылочки я оставлю обязательно внизу. Также, если у вас есть любой вопрос, у меня есть Ask.fm, можете заходить, оставлять свои анонимные вопросы или любые просто вопросы в комментариях. Обязательно отвечу. Так что да, до новых встреч, хорошей вам недели и пока-пока, увидимся очень скоро. Я себе видео, где я просто собираюсь, крашусь. На самом деле это будет супер максимально быстрый макияж, так как я лечу сейчас на работу. И хотела как раз ответить на некоторые ваши вопросы, которые мне когда-то еще в Инстаграм задавали. Вставляла фотку, поэтому будем как-то все это совмещать. Так, у меня здесь вопрос, в каком городе в Украине я бы хотела побывать и почему именно в нем? Я очень хочу поехать во Львов, именно отдохнуть хотя бы на недельку.